Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вы на канале Просто Шолпан, Просто Вижу. До недавнего времени я была руками в кадре, а сейчас решила снять лицом к лицу. Я живу в солнечном городе Шымкенте, поэтому те, кто у меня новенький на моем канале, добро пожаловать. Сейчас я хотела бы рассказать вам о том, что я связала за последнее время. Конечно, работ было не очень много. Я вам покажу в последовательности, что у меня сейчас есть на руках, что я вяжу на данный момент, и расскажу о своих планах. Как в предыдущих влогах я показывала, что я связала вот такой свитерок из пуха норки. Посмотрите, какой пушок, надеюсь, вам видно. Это был мой первый свитер. Я его связала не на заказ, я связала его как бы в пробном варианте. Здесь у меня идет V-образная горловина, ворот идет у меня резиночкой 2 на 1 и с нахлестом. Рукава также у меня резиночкой 2 на 1 и низ также оформила. Это у меня первый свитер. Сейчас покажу в последовательности, который у меня был после. Этот молочный красавчик в цвете, знаете, айвори, либо же шампань. Он такой, на камере он у вас более бежевом варианте, более белого цвета, а по идее он у нас такой более уходит в молочную расцветочку, что ли. Такой как бы, цвет классный. Посмотрите, тоже тут такой пушок. Сейчас не фокусируется камера. Попытаюсь показать вам. Так. Наверное, видно. Это свитер номер 2. А, кстати, он уже нашел свою хозяйку. Здесь у меня V-образная горловина тоже, но в стиле кимоно. Я уже не стала такого зауженного варианта ворот делать, а именно решила в таком плане. Он уже нашел хозяйку, и сегодня он отправится в город Алматы. После него я связала беленький свитерок. Он тоже связан не на заказ. Это все у меня в пробном варианте. В камеру не влезает полностью. Ну, очень-очень тоже мягенький, такой пушистый. Вот сейчас, если получится, покажу. Видите, пушочек такой есть. Очень пушистая модель. Связана на машинке в одну ниточку с дополнительной ниткой. И все как в предыдущих моделях. Тоже резиночка 2 на 1. На рукавчике тоже такое же оформление идет, закрывала иголкой, фабричным набором, фабричным закрытием. Вот видите, даже здесь пушок как сильно видно. Это свитер номер 3, он пока что ищет свою хозяйку. Вы можете мне написать в личку, и с удовольствием я вам его отправлю. Свитер номер 4. Здесь он цвет искажается, к сожалению, на камере он серый, гранитный такой графитовый цвет, а по идее он у нас более как хамелеон, более такой серовато-болотный, что ли. Сказать, что хаки, это не хаки. Вот посмотрите, также низ у меня оформлен резиночкой 2 на 1, рукава также, закрыто все иголочкой, но модельку не отличишь от фабричной. Видите, здесь у вас как будто переходы какие-то идут меланжевые. Нет, он полностью идет такой. Ну, вообще, по идее, он у нас как графит цвет, но почему-то цвет искажается на камеру. Затем я недавно получила заказ. Ой, сейчас извиняюсь. И связала. Вот такую футболочку. У меня на страничке и в предыдущих влогах есть такая же модель. Вот не могу в кадр попасть. Такая же модель, только
в хлопковом исполнении зеленого цвета. Здесь же у нас ниточка идет с таким нежным пушочком, потому что связана из полушерстяной ниточки турецкого производства и в одну нить. Также связана на машинке, только я обрабатывала ворот спицами, руками, и наши крылышки. Посмотрите, цвет очень красивый, чернильный такой. Ну, вообще классненький цвет. Он связан на заказ и уезжает также завтра. У нас сегодня выходной. Завтра он уезжает у нас в город Семей. А к нему я в подарок связала вот такую повязочку. Повязка смотрится очень классно. Также связана на машинке. Посмотрите, на себе показать. Сейчас, минуточку. Вот такая же красивая моделька в стиле чалма. Ну, как раз на эту осень. Это у меня идет в подарочек к моей футболочке. А потом у меня стоит недовязанная, не собранная моделька свитера, тоже из пуха норки, вот такого цвета. Камера также искажает расцветочку. Здесь у нас не такой, он у вас как бы смотрится какой-то розовато-фиолетовый, что ли, а по идее это у нас пыльная роза. Здесь у меня перед, спинка, моделька еще не стирана, поэтому, видите, пушочка вообще не видно никакого, моделька просто прошла глажку. И вот два рукава у меня связаны. Я их тоже должна скоро собрать и отправить будущей своей хозяйке. А на днях я получила заказ на детские свитера. Свитер у меня вяжется сейчас, ну, я не скажу, что медленно, но из такого красивого цвета. На мои бусинки не обращайте внимания. Это я так обозначаю начало регланной линии, где делать мне прибавки. Это у меня свитерочек идет детский. В дальнейших влогах я вам покажу, что с ним, как он у меня растет и продвигается. Вяжу я его из ниточки. Ох, тут камера у меня теперь не показывает. Но это Alize Cotton Gold Plus. Цвет 390. Здесь у нас в 100 граммах 200 метров. Ниточка толстенькая, такая очень приятная привязки. Вяжу сейчас, таких мне свитеров надо еще связать 3. Я надеюсь, вам все понравилось. Вы, пожалуйста, ставьте мне лайки, потому что и хочу пожелать всем родителям стальных нервов, начинается учебный год, поэтому всем здоровья, терпения и благополучия. Подписывайтесь, смотрите меня, ждите. Всем буду рада. А пока что всем пока.